После вчерашнего праздника сижу, кайфую. Вчера был праздник моего желудка. Комы. Я столько съела мороженое. Сегодня у меня вот еда такая. Доедаю то, что есть. Кабак. Суп обалденный. Вот это с цветной капустой. Тут у меня лежит клубника моя. Ждет своего часа. Здесь грибочки с моцареллой. Вчера мы кукурыч вечером кушали с мужем. Ну как кушали? Я откусила так, попробовала. Но у меня не было места. Я же днем хорошо поела. Мой муж угало еще мороженое добавила. Я не могла. Он поил с удовольствием. Потом мы еще ходили вот ночью, как вы видели. Поели суп. И что вы думаете? Я пришла, очистила себе желудок и так заснула. Я не могла с полным желудком спать. Стало сегодня замечательно. Пусто все, нечего работать. Переваривать желудку. Вот было такие срывы. А раньше, когда я в Грузии жила, мне постоянно я закладывала пальцы после еды. Вот так вот. Всю жизнь страдаю лишним весом. Почему? Потому что неправильно питалась. Мама меня все откармливала. Я в детстве очень сильно болела. Была в больницах. И у моей мамы был страх. Мама моя потеряла 4 детей. И у нее страх был то, что я с голоду умираю. И кормила меня, кормила. Скандалы устраивала, если я не ела. У нас было изобилие еды, так как она работала поваром в пансионате. И у нас, сами понимаете, все, что оставалось, приносила домой. Когда мои подружки со школы, я их приглашала к себе, они просто с ума сходили. Сколько у вас еды, всегда были довольны. А для меня это было нормой. А для них это было чудо, что было мясо, котлеты, помню, плов, макароны по-флотски. Только мама первая не переносила. Так вот это мясо, ну и все тащила домой. Сметана, булки. И поэтому я не помню себя худой. Я всегда была упитанная. А в третьем классе даже меня обзывали свиньей. Такая была огромная. Приятного мне аппетита, милые мои. У меня сегодня перестановка, друзья мои. Моя комната, рабочий кабинет. Я меняю, потому что у меня появились новые возможности, новые желания и новые планы. У меня появилась идея приобрести кресло для меня. Я себе побалую обязательно в ближайшем будущем. Кресло, и, естественно, сюда что-то надо будет, и сюда. Вот это сейчас придет ашкем. Занавески. У меня тоже появилась идея пошить что-то себе новенькое. У меня есть ткань, кстати. Но посмотрим, посмотрим. Не буду говорить утвердительно, потому что не знаю. И нельзя утвердительно говорить. Потому что когда мы утверждаем 100%, мы создаем важность. А важность это ведет к 99% неудаче. И неисполнению, и балаболству. А Светлана это очень серьезная личность. Мои дорогие зрители, когда она говорит, она подумает, потом скажет. Да. Какое у меня замечательное платьице новенькое. Вы видели? Какая у нас жарища, мои дорогие. Ну, волосы не в порядке, потому что я занята уборкой. А сейчас я вам покажу, что я делаю. Смотрите, какие у меня возможности и планы. Вот это доченька моего мужа. Хорошенькая такая, маленькая, лежит, висит здесь. Смотрите, сколько Светлана должна пошить. Вот так я сделала перестановку, как вы заметили, постелила чистенький коврик. Кровать переставила в противоположную сторону. Да, сейчас полка там, конечно, нужна здесь, но ее переделать постоянно невозможно. И мне неудобно с той стороны шить. Почему? Потому что весь свет
уходит на эту сторону, а эта сторона придает тень. Поэтому мне лучше дневную, когда чтобы свет падал у меня слева, с той стороны, где я строчу. Вот. Вот такая вот почему идея мне пришла. Здесь Дэми приедет, я для Дэми, бабуля уже ему готовит все. Еще что я, мои дорогие, нашла? Это мои очки. Ну, все почистила, все повымывала, все здесь разобрала, пыль вытерла. Посмотрите, какое красивое я сделала себе. И еще на втором-то у нас есть такое, там, негритянка. Но я с такой целью, в принципе, покупала. И я вот хочу на той нарисовать огромное нейродрево. Здесь все почистила, мою нейрографику поприводила в порядок. Я так обожаю, какие темы у меня сколько прорисованы. Так, вот тут что у меня, вот это надо опустить. Так, здесь моя это всего, это надо выбросить. И как-то так, друзья мои. Вот у меня почти это Мария рисуночек. Так, а это мусор. Это мусор на ведро мое. И вот у меня столько надо пошить. Это моя ткань, мне моя подружка подарила на какую-то блузочку. Вот это вот заловка, штаны хочет. И вот она мне подарила эту ткань за то, что я пошью ей вот это 4 пары брюк. Вот это вот подарила она мне чехол для птиц. Вот это я не знаю, что буду делать. Вот это у меня какие-то планы есть. Вот это красивое платье можно. Ну и сколько платья у меня, я не знаю даже. Посмотрим. Ну, а эти коврики надо уже, видите как, надо же убирать. Там я на кухне позавчера все вымывала, вы видели. Вот, мои дорогие, так приятно. Придет Ашкам, снимет. Это сейчас люстру надо помыть, и все. Вот я показываю, как я его занимаюсь уборкой. А этот штатив. Этот штатив пока мне не нужен, можно его поставить вот сюда. Вот. В принципе, он тоже освещает, свет может мне придавать. Короче, ой, и тут нужно немножко моими красивыми этими бумажками поработать, написать новые правила. Все, мои дорогие, я пошла работать. Нет, я пошла готовить чорбу Ашка ему. Всем доброй ночи. Кому-то добрый вечер. Сейчас 00:00. Я успела нарисовать такой новый алгоритм расширения. Хочу нарисовать со своими девочками при встрече. Вот, смотрите, мои дорогие, это благодарности, а это вот колдуйте, волшебничайте. Это классно, нейрографика, обожаю. Доброе утро, мои дорогие зрители. Я собираюсь на утреннюю йогу. Всем спокойной ночи. А я, смотрите, чем занимаюсь. Раскраиваю брюки для моей заловки. Одни брюки пошила, то только вечером. А нету времени. Вот эти тоже красные шью для себя. Шью, шью. Сейчас уже сил нет, уже все. Еще одни останется раскроить, и все. Приезжает завтра моя гостья. Поэтому я занята с ней. Встану, покажу. Такой красивые штаники. Видите, расцветочка. Ой, я сегодня так укололась чем-то. Ваша рука не имеет. У меня до сих пор. Смотрите, какие штаники я пошила. Вот, только резинку надо другую мне. Резинку купить. Смотрите, точно такие же штаники. Видите? Вот. Чуть-чуть короче получились, но сколько ткани были. Моя заловка дала мне только. Что дала? Белые брюки, говорит, по этим брюкам шей. Смотрите на мою работу. Ну вот я пока так сделала, заколола булавкой. Вот. Видите, как оверлока нету, трудно, но вот что есть. Аккуратно старалась подутюжить, погладить. Видите? Вот одни брюки готовы. Вот вторые раскроила. Такая красивая тоже расцветочка. Поясок у меня. Ткани мало. Поясок, смотрите, какой у меня вышел. И тот тоже синий. Из лоскуточков. То есть я вот так вот разрезаю. Смотрите. 3-4. И потом уже я их разглаживаю, отутюживаю. И вот все такие получатся у меня. Вот.
Моя работа. Завтра ко мне приезжает. А вот еще сколько тканей. Так, вот это я себе блузочку пошью. И вот еще останется. А это уже что-то себе придумаю. Вот. Хочу успеть, потому что завтра будут гости. У меня приедет моя подружка. А я вот раскраиваю. Такое еще и рисую. Еще и работаю. Все делаю, друзья мои. Все делаю. Мой рабочий кабинет. Доброе утро, друзья мои. Сидит наша мамаша. Смотрит на меня глазом. Смотрите, цветок у меня портится за ней. Этот цветок начал цвести уже. Такая пугливая, смотрит внимательно. Видно ее птенцов или нет? Где птенцы-то? А на той стороне пока ничего. В каком смысле? Там тоже сидит на яйцах. Голубиха, голубиха. Ай, цветочечки красивые мои, настроение передают мне. Лапуси мои, вчера мне это так уколол. А вот с этой стороны я вам рассказывала. Смотрите, мама с папой сейчас улетели. Посмотрим, вылупились кто-нибудь здесь. Есть вообще яйца? Видите, куда мы им разрешили поселиться? Летают рядом, смотрят. Вот. Столько у нас потомства. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.